Теперь мы рассмотрим программное обеспечение, установленное на NVR Hikvision. Для того, чтобы подключить камеру к этому устройству, мы должны перейти в раздел конфигурации и здесь уже добавить камеру. Камеру можно добавить вручную. Для этого мы просто выбираем номер канала, куда мы хотим ее добавить. Вбиваем IP-адрес, имя пользователя и пароль. Помимо этого, здесь есть быстрое добавление камер, где поисковик нам выдаст возможные модели. Мы просто их отметим, и они будут добавлены. Также можно добавлять камеру по одной. Выбираем интересующую нас модель и добавляем ее. Для просмотра живого видео мы переходим в раздел показа. И здесь можем смотреть видео с камер. Мы можем остановить все воспроизведение. Мы можем начать запись со всех видеокамер. И переключиться с этой камеры на другую камеру. Помимо этого, мы можем здесь регулировать яркость, контраст, насыщенность и тон. И еще нам предложен пульт управления ПТЗ устройствами. Для просмотра архива нам необходимо перейти в графу воспроизведения. Здесь мы сможем выбирать необходимый нам отрезок видео, ориентируясь по дате и временной полосе. Также здесь есть логи. В них мы можем выбирать дату, за которую мы хотим просмотреть логи, указывать примерное время, начало и конец. Также мы можем выбирать тип логов. Мы можем просматривать все логи одновременно, логи тревоги, логи операций и логи информации.